Дорогие друзья, всем привет! Я украинский адвокат Александр Тугалуков, и вы на моем канале, на который сразу же можете подписаться. Внеочередные выборы Верховного Совета Украины. Как стать кандидатом в народные депутаты Украины, какие документы нужно подать, об этом я расскажу в этом видео. Пока не произошли изменения в законодательстве, связанные с выборами, на сегодняшний день еще можно подать документы индивидуально, не вступая в ряды той или иной партии, а просто самовыдвинуться, самостоятельно подать как кандидат по определенному одномандатному округу. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом в народные депутаты Украины, вам нужно в ЦВК подать следующие документы. Вы должны явиться с паспортом, для того, чтобы идентифицировали вашу личность и установили, что действительно это вы. Второе, вам нужно подать заявление. Заявление, образец заявления, типовая форма, рекомендованная, находится на сайте ЦВК. Ее вы можете скачать, заполнить и подать. В этом заявлении нужно указать свое согласие на обработку ваших персональных данных и сообщить о том, что вы в случае избрания вас народным депутатом передадите права на управление всеми вашими корпоративными правами либо предприятиями, которые у вас на этот момент есть. Заявление в ЦВК должно быть датировано той датой, когда вы его подаете. Третье. Вы должны подать свою автобиографию в электронном и в печатном виде. Четвертый документ – это декларация. Декларация о ваших доходах. Ее вы должны подать как в печатном, так и в электронном виде. Пятый документ – это ваше заявление о наличии либо отсутствии задолженности по выплате алиментов. Шестой документ – это квитанция о внесении денежного залога. На выборы 2019 Верховный Совет Украины эта залоговая сумма составляет 41 730 гривен. Седьмое – это 4 ваших фотографии размером 4×6. Восьмой документ – это ксерокопия вашего паспорта первой и второй страницы, согласно закону. И девятый документ – это ваша предвыборная программа. Документы подаются лично вами в Центральную избирательную комиссию. Если кто-то из вас решил после этого видео зарегистрироваться кандидатом в народные депутаты Украины, мы поможем вам подготовить необходимый пакет документов и проконсультируем, как, какой порядок, что, зачем делается и куда подается. Если есть вопросы по процедуре подачи и подготовки документов, вы можете обратиться по нашим контактам и получить соответствующую консультацию. Подписывайтесь на этот канал, дальше мы запишем видеоконсультацию о том, какие документы подаются от политической партии.